Здорово, друзья, с вами Sky, и мы продолжаем играть в Sleeping Dogs. И, собственно, теперь в игре полностью отключена вся музыка, поэтому по причине того, что мне долбанули Copyright Strike. Да. Правообладателю не понравился какой-то... В общем, какая-то музыка ей не понравилась им, так что... Так что уж извиняйте, эта серия будет полностью без музыки. Да, и вылезло радио. Это просто, ну, нечто. Как он догадался только выползти в данный момент. Так. Да, перелезем и пойдем в бойцовский клуб. Статуэточку дадим. Так что, скорее всего, в других сериях я пробую просто включить амбиентом музыку какую-то. Скорее всего, что-то такое нейтральное. Мы дракона нашли, отлично. Крыса, дракон. И как же он был? Да нет, люди довольно-таки сильно меняются со временем. Не согласен я с этим. What would you like to learn? Так, сбивающий удар, либо оглушающий удар. А вот давайте, добивающий, оглушающий удар. Раз. Нет, давайте. Раз. Да блин! Раз, два, три. И отправили его. Раз, два. Нет. Раз, два. Так, повторяем. Раз, два, три и четыре. Раз, два, три. Так, а ну-ка тебе вломим. А ну еще разок. Да ну, что ты делать-то будешь, а? И тебе вломим. Так, чтобы не расслаблялся. Так, вломим, вломим, вломим. Так, вроде всех распинали, только немножко. Так, не хочет, да? Там вон чувак стоит. А, отлично, спасибо, что чувак, типа, получил этот крутой удар. Давайте пойдем к этому. You won't fight. I won't fight. Давай. Зубы не переживай, я не потеряю. Вот ваших на жерелье хватит. С ним сразиться, да? Раз. Так, нет. Ну-ка, а ты не встаешь? Да, ты все у тебя уже. О, два сразу. Это уже неинтересно так. А ну-ка давай вот сюда подбежим. Так, посмотрим. Раз, два. Раз, два. Так. Может, тебя бустерку? А, поднять, если, и попробовать еще. Ну что ж ты такой живучий-то, а? Ну вот, все. Поспи. А хп-то наш уменьшается, судя по всему. Довольно бодро. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну-ка, давай-ка посмотрим. Ах, ты гад, ты вообще за что? Дай, хлоп тебе. Так, ну-ка я не понял, почему тебе все еще не хватило? Так. Отдыхай. Да что ж ты делать-то будешь? А в дверь тебя! Да ты лежи уже, достал. Ну-ка, вырубим тебя вот так вот, пожалуй. Ну-ка, раз, два и три.
На, я думал, что еще завершить смогу. Нет. Ё-моё, это ж борец вроде. Ай, ну нет. Ты слишком крутой чувак. И ты перехватываешь почти вообще все. Да ты... Ай, не-не-не-не-не-не. Провалил я этот бесовский клуб. Не смогу выстоять против всех с таким знанием приемов. Пропустим. Знаешь, что я сделаю? Ай, ничего я тебе не сделаю, гаду. Пойдемте выполним там ментовское дело. Ну, как раз тут рядом. И надо бы еще пособирать статуэточек. Ну, как мне кажется, вся наша сила должна быть в том, что мы насобираем статуэток кучу. И сможем, собственно, вламливать всяким мутным типом. У нас остались одни ментовские дела, судя по всему. Так, что за задание? Ого. Ай. Ё-моё. Можно сразу, может, переиграть её, эту миссию. Да, я хочу начать с контрольной точки, потому что, ну... Почему у меня какой-то сав странный? Убийство невинного? Да вы что, издеваетесь? Урод. Ах, ну вы... Да вы достали. Так, ладно, посмотрим. О-о-о-о! Неплохой приемчик. Опа, ну-ка. Мне показалось или это реально? О-о-о-о! Ну что? Ну что, друг мой? Да, монтировочка погнулась, но мы, я так понимаю... Я убил их? Ой. Так, значит, надо попробовать задержать этого гада. Более какими-то спокойными методами. Так. Догоняем и очередной ударчик сразу. Его. Так. Так, ладно, один минусанулся. И еще один минусанулся. Ну, я так понимаю, они выжили, да? Да. Слабо. А, джип полиции Гонконга, отлично. Мне уже нравится. Давайте я еще хочу парочку таких заданий. Они такие, это, несложные, и мне понравилось. Мотоцикл, стой! Не уезжает мне. О, молодец, чувак. Спасибо. Спасибо тебе. Ого, отвалите от меня, если что. Хо-хо-хо. Это был просто нечто. Ой. Ой, ой, ой. Я не специально. Сори, 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 сори. Вот так, давайте. Так, круто. Круто. Сейчас мы будем с бандитами драться с помощью, ну... Так. Давай. Так, следующий. И давай.
Я думал, вырублю его. Ну-ка, да что ты делать-то будешь? А крепкая штука. Эй! Раз, два. Раз. А ты приляг. Ну-ка. А ну отдохни, я тебе сказал. Так, не понял. Я выполнил? А чё так мало? Стой, стой! А, у меня свой есть. Всё, чувак, не переживай. Езжай дальше. Так, карта. Карта, 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 карта. Чё это у нас такое? Дело 3 и вот задание копа. Давайте задание копа, они... довольно интересные. Эти задания копа мне, по крайней мере, понравились. Это нечто необычное. То есть мы идем творить закон эдакими полукриминальными методами. Ошуршали так парочку чуваков. Так, через шип тут он не работает, всякие эти удары. Мотоцикл уже. Радио, ты вообще какой-то странный, зачем ты мне нужно? Я без тебя хорошо справляюсь. Ох ты ж, ё-моё. Я полуживой. И это совсем не идет мне в помощь. Так. Надо будет сейчас повернуть направо. Ох ты ж. Так, отъезжаем чуть-чуть и... ладно. Ну отвалите, блин. Вот так. Поворот с помощью, не знаю, дерева. Хей. Оу, черт. Давай сюда, сюда. А там мы тех потом влетим просто на мотоцикле. Побежали. Чуваки, чё тормозим-то? Ну-ка, что ты делаешь? Да что ты делать-то будешь? А он отлетел, этот отлетел. Давай-ка ты полетишь отсюда. Ну, давай. Я уж надеялся, что придется кому-то еще так вломить резко. Спасибо за помощь, чуваки, да, такой. Ну, я хочу уровень. После того, как я разделаюсь с этими чуваками, я... А ну, уйди отсюда, чмошник. Ах, так, открываем сейф и садимся на мотоцикл и едем вон к следующему заданию с щиточком. С бейджом даже ментовским я позвал. А потом на дело. Так, спокойно, вальяжно переехали. 213 тысяч. По-моему, мы все делаем правильно. Это камеры? То есть, как бы, дело в том, что надо в притон завалиться, да? Или я что-то сейчас опять не догнал? Так, на ту сторону, и где-то здесь надо с товарищами поговорить. Вот с товарищами мы сейчас и поговорим. Так. Не сюда.
Может сюда? Да, здесь обход. Сюда, и они сверху где-то должны быть. Ах, вот вы где, товарищи, друзья мои. Опа, и туда. Бам. И поговорим с тобой уже. Ах ты. Ну-ка, пойдем со мной. Прокатись-ка туда. Если до тебя еще не дошло... А, нет, кажется, дошло. Он уже как-то успокоиться решил. Так, ну-ка, карту. Наркокрах. Что-то я не понял. Может, сразу тогда? Видимо, придется сразу. А давайте спокойненько спустимся. Да, спокойненько. Уже вся спокойность сразу видна. Моя, да. Круто. Ай. Так. Я так предполагаю, надо вот с этими товарищами разобраться. Да вы появились-то только. И давай. Так вот. А ну-ка давай. Ты что, охренел что ли? Совсем что ли? Вот этот творит. Ай-яй-яй-яй. А ну-ка, отдыхайте. И ты иди сюда. Опа. Хо-хо-хо. Опа. И все, пошел отсюда. Один из ваших мотоциклов будет моим. Ничего не знаю. Так, это уже другая. Авторитет почти вырос. Давайте будем взламывать теперь. И потом на миссию. О, взломать камеру. Как это чудесно. 9 1 2 4. А если сюда, сюда и так вот. Что, здесь что ли 4? Так, 5 6 6 7. Просто в этот раз все просто было. И надо воспользоваться системой видеонаблюдения. Но это же не по нам. Нам надо вот на ту миссию. Ну, здесь, наверное-то, есть какой-нибудь ларечек, который поможет нам. Хотя вон еще наркокрах. Еще один. И, собственно, миссия для полиции. Купить. Да, давай, 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 давай. Спасибо. Так, у меня хотя еще один вопрос есть. А если нажать улучшение и посмотреть полиция? Что у нас тут в итоге доступно? Ключ от багажника и урон от стрельбы здесь. Ну, наверное. Все круто. Собственно, выполнено это задание, у нас точно будет повышение нашего уровня. Это как минимум. Так. Дайте угадаю, да. Тут угадывать нечего, поехали сразу. А только вот куда и зачем? Капец, конечно. Ага. Никакой подозрительности. Ничего, мы едем спокойно, просто. Просто за тобой слегка погазовывая вот так вот. Надо купить геймпад. Не знаю, что у нас подозревает стал.
нарушает правила. А мы так спокойненько, вальяжно катимся. Главное его еще и не упустить при этом. В 50-60 метрах держась, мы, в принципе, можем спокойно контролировать. Уж, конечно, пусть отъедет подальше. Да едь давай, мудила ты. Ты же за поворотом катишься. Моментально бы сбрасывался у тревога у нас. Ничего подозрительного, просто фургончик. Как бы его еще не упустить. При всем том, что мы его как бы... Ё-моё, за что? Нет. Все должно быть правильно и хорошо. И мы не нарушаем никаких законов. Ну, подозрительность, надеюсь, не растет, да? От того, что мы едем задом. Как я могу потерять, если он баран такой? Что он творит? У него вообще нормально все это с головой, там, со всеми прочими. Так, миссия со слежением, я так понимаю, за товарищами этими. Будет не самый легкий. Останавливаемся и готовимся. Вот тут. Да, неприметные шмотки. Совсем неприметные. Чувак, сори. А, L-Control. Вот так, сразу бы. Ну и что вы сейчас будете? Долго-долго разговаривать, я прав? Так. Яхты. Ой, яхты, говорю, какие-то плавучие дома. Так. Сфотографируйте поп-звезду. Поставщиком. Ого, широкоугольник-то у нас на сколько? Я думал, это вот фокусные точечки только фоткает-то нормально. Так. Мы паркуем там так, спокойненько. Никто за нас как бы вообще не видит, охрана. Вообще леваком. Так. Так. Сфоткали. Все удачно. Так, подождать, пока не закончится сделку, да вообще без проблем. Нам бы еще пистолет выдали на всякий случай, а то как-то это... Тут чуваки с ножами и прочим есть, а мы, блин, с голыми руками. Хотя бы кастет, не знаю, дубинку бы ментовскую иметь с собой. Так они уже поперлись вон с сумкой. Че ждать-то? Убери телефон. Ну, сколько ждать-то? Давайте, быстрее. Я уже хочу идти в атаку. До места совершения сделки. Отлично. Поп-звезда, ты наш. Так. К охраннику, чтобы уговорить пустить вас внутрь. О, как нам плохо-то. Ой. Ну, чувак, сори. Плохо. Он обплевался. Вот черт, это отвратительно. Я бы дал ему сейчас просто и в воде его упаковал там. Статуэточка. Давай. Шуруй уже хоть как-нибудь побыстрее. Мимо чувака ты прошел. Давай. Змея. Кобра. Так. Подождите, пока они закончат сделку. Мне еще, если его потом задерживать придется, я просто офигею. Так, я не твой старый друг. 35. Что за фигня? Да, сделка вроде не очень хорошая идет пока. К
Контрабандист Хунин. Еще бы и кратку поставили. $48 или я продам 18K. Них проблем с бабками нету. Так, фоточка с тем, что он его убил. Позвоните Тен. Отлично. Ну, труп. Круто. Ну, круто. Суна И скоро развалится. И в этом мы вроде как чуть-чуть посодействовали. И в грузовичок сесть обратно, то есть. Да, блин. Так забегать. И на нем мы сейчас будем катиться куда-нибудь, я так понимаю, в далекие-далекие страны, чтобы спрятать его. Вернуть, скорее всего. Так. Копы? What? Я что же коп? За что? Зачем? Так. Ой-ой-ой-ой-ой. Да, камерка тут тоже не очень доставляет мне удовольствие. Заезжаем сюда и попробуем угнать от вас. Хотя это не так легко сделать, потому что это менты, блин, которые быстро ездят на своих машинах. Они вот не на этом чуде-юде. Так. Давайте, я хочу с вами сравняться. Так, ну что вы, где вы там? Так, сюда. И вроде как... Ох, 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 ох. Я случайно. Мужик, реально, случайно. Ничего личного, просто задание. Так. Мы должны действовать, в принципе, очень жестко, как триады в какой-то степени. Или наоборот, быть таким сверхчестным копом. Не знаю даже. Если есть тут выбор, наверное, как действовать, за кого больше очков, типа, получишь, тем ты и будешь, может. А если везде равноценно, как бы, понятия не имею вообще. Так, паркуемся. Отлично. Подключение, обменение и... Поп-звезда попала. Сейчас вы ее просто дадут новый уровень. Два этих. Печально, что... На, так. Отмычка или... Серия замедления и цельное оружие. Какой режим замедления? Даже не знаю. Ага. Крутой гонщик. Так, круто. Концентрация и повышенный урон. Или отмычка. Давайте отмычку возьмем. Все равно нужна. И необходимо вернуть одну из статуэток. Так, так, так. И да, круто. Вот это, конечно, будет нечто, прием. И двойной удар в прыжке тоже это. Димаг, я так понимаю, это просто нечто, с чего можно будет просто выкашивать противников. Ну, а обезоруживающий толчок это должно стать одной из, наверное, одной из лучших способностей. Немедленно в ресторан, но, скорее всего, в принципе, мы поедем уже только в следующей серии. Поэтому всем спасибо, что смотрели, спасибо, что ставите лайки и комментируете, и если вам нравится, продолжайте делать это в том же духе. И спасибо за просмотр. Увидимся в следующей серии. Всем пока.